Книга «Открытым оком», том 28, тема «Политика», вопрос 3965. Столько шума в печати и по радио об основах православной культуры, и что из этого получилось, или ждать еще чего-то, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ничего, кроме видимости. Ратуют за эти «основы» в кавычках совсем уж бездуховные люди, для которых все в видимости, а в тайниках души провал. Основ Христовой веры не познали, а ищут всеохватности. Псалом 10:3, цитата. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Лука 6:49, цитата. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Кавычки открыты. Скажу сразу, я не имею ничего против ведения этого курса. Вообще, я считаю вполне естественным, если в русских школах будут преподавать не то, что какие-то невнятные «основы православной культуры», в кавычках, но просто закон Божий в том объеме, в котором он был до революции. Конечно, введение полноценного религиозного образования в российской школе – вещь сложная. Россия для осуществления этого проекта требуется несколько иная. Но это уже, как говорится, уже не моя проблема. Единственное, что меня в этом деле беспокоит, как еврея, чтобы еврейские дети не стали объектом православной пропаганды, но, наоборот, получали бы элементарные знания об иудаизме, чтобы им на уроке рассказывали про раби Акиву и раби Нахмана из Брацлава. Но все это вопрос решаемый. Думаю, израильскому правительству или российским еврейским организациям можно было бы легко договориться на этот счет с российскими властями из патриархии. Как известно, с курсом «Основы православной культуры» связаны и многие другие проблемы. СМИ о них писали достаточно, но это уже дело самих русских, пусть сами решают, как из них выпутаться. Конечно, было бы интересно понаблюдать, как основы православной культуры будут вводить, например, в школах российского города Аргуна, где недавно сообщила газета: в здании правоохранительных органов, в кавычках, 23-летней местной девушки, кавычки открыты, сбрили волосы и брови и выкрасили голову в зеленый цвет, цвет ислама, кавычки закрыты. А на лбу, кавычки открыты, жирно нарисовали крест, кавычки закрыты. В скобках сотрудники местной милиции заподозрили ее в непозволительной связи с русским. Скобки закрыты. Интересные проблемы перед энтузиастами религиозного просвещения, в кавычках, ставит и недавнее заявление президента Татарстана Шаймиева относительно нового школьного предмета. Кавычки открыты. В Татарстане этого не будет, кавычки закрыты, заявил татарский президент, не объяснив, чем его субъект федерации чисто юридически отличается от других субъектов. Однако сказать, что данная тема меня сильно занимает, было бы преувеличением. Так что я, честно говоря, совершенно не собирался встревать в дискуссию по поводу введения в российских школах курса «Основы православной культуры». Не собирался, пока не увидел статью Дмитрия Альшанского. Точнее, не саму статью, а иллюстрацию к ней, обложку этого самого пресловутого курса. Увиденное привлекло мое внимание, но я не сразу понял, чем именно. Вроде все обычно. Панорама православных церквей. Совершенно естественный рисунок для книги «Основы православной культуры». Очень знакомая картинка, в кавычках, подумал я. Что-то она мне напоминала, что-то такое, что диссонирует и с содержанием статьи Ольшанского, приветствующего введение в школьную программу основ православной культуры и самими этими основами. И вдруг я сообразил, крестов-то над куполами нет, какие-то размытые шпили и непонятное сияние. Такой рисунок вполне мог украшать книжку на иврите для религиозных еврейских детей. Там тоже церкви рисуют так, чтобы крестов не было видно, так как крест с точки зрения иудаизма – идол, которому поклоняются. Зачем религиозным еврейским деткам видеть лишний раз такое? Вырастут, увидят, если захотят. Вот и рисуют израильские художники палки вместо крестиков, совсем как на обложке одобренного Московской патриархией учебника, призванного ознакомить широкие массы русских детей с православием. Я далек от того, чтобы подозревать, что автор учебника Алла Валентиновна Бородина – педагог, филолог, публицист, автор более 30 публикаций, член Союза писателей России, аудист Московского института открытого образования, город Москвы и прочее, тайная иудейка или сторонница невесть как дожившей до нашего времени ереси жидовствующих, в скобках, она же московско-новгородская ересь. Но это визуальная оговорка, в кавычках, как говорится, явно по Фрейду, в кавычках. Сама по себе она достойна отдельного материала. Энциклопедия определяет культуру так, кавычки открыты, культура, набор правил, часто неформальных, стереотипов и норм поведения, результатов творчества, свойственных некоторому обществу, кавычки закрыты. Самое первое исчерпывающее определение этому термину, по мнению американских антропологов, дал английский этнограф Эдуард Тейлор 1832 по 1917 год. Кавычки открыты. Культура – комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи, а также иные способности и навыки, усвоенные человеком как членом общества, кавычки закрыты. То есть в современном обществе культура – один из многих способов социализации человека. Культуры могут быть разные. Есть культура потребления, есть культура чтения, культура дефекации и мочеиспускания, с ними знакомиться в самом раннем детстве, культура дорожного движения и, как выяснилось, есть еще культура религиозная, в данном случае православная. Скобки открыты. Очевидно, будет еще иудейская, буддистская, исламская для соответствующего контингента школьников. Скобки закрыты. Она всего лишь один из многих аспектов нашей жизни, в кавычках, причем далеко не самый важный, ибо важность предмета для школьника определяется количеством потраченных на него учебных часов и отношением к нему родителей. Между тем, религия же равно вера в Бога, вещь эта совершенно тотальная. Вера в Бога – это принятие на себя соучастия в его делах по управлению миром. Это есть главная и единственная суть религии. За религию отдают жизнь или берут чужую. Это даже не вопрос жизни и смерти, это вопрос гораздо выше, чем жизнь и смерть. И находиться среди прочих вопросов культуры он никак не может. Впрочем, тут я не прав. Религия в современном обществе давно уже находится в ряду прочих проявлений культуры, в кавычках. И оказывает на человека она совершенно соответствующее влияние, то есть практически никакого. Возможно, в этом нет трагедии, ведь жили же люди в современном мире более-менее счастливо не один десяток лет, в скобках, почти 2 столетия, если быть точным. Так что пусть себе учебное и религиозное начальство балуются новыми ставками, отпущенными на это дело, финансированием и прочими приятными моментами. Все так, вот только времена нынче меняются, и те проблемы и уродства, что ранее, еще пару десятилетий назад, были в антропологической ткани, в кавычках, человечества, незаметно, сейчас начинает выступать наружу, и люди начинают падать в них, в эти проблемы. Современное общество утратило тотальную идеологию, которая могла бы объяснить человеку все, зачем он живет. Кавычки открыты. Кто виноват в этом и что делать? В кавычках. А ответы на эти вопросы дает именно религия. Традиционные религии Европы уже давно с началом нового времени согласились на скромную роль феноменов культуры, в кавычках. Им на смену пришли религии идеологические: коммунизм, сионизм, либерализм, нацизм, гуманизм. Много их было в ушедшем веке, и вот их время вышло. образовалась зияющая пропасть. Что касается России, то современное официальное православие эту пропасть заполнить явно не в состоянии. Оно ее, пропасть, просто не видит, как факта бытия. Официальное православие само хочет оставаться феноменом «культуры» в кавычках, испускать некое абстрактное гуманитарно-гуманистическое сияние вокруг церковных куполов, как на нашем рисунке в скобках. Но природа пустоты не терпит, в кавычках. Есть в современном мире иные религиозные системы, принявшие вызов времени. Скажем, на территории России наиболее актуальны харизматы-протестанты и салафийский ислам. Именно они, наряду с несколькими экзотическими пока сектами, будут вести в ближайшие десятилетия битву за души русских детей. И никакого гуманитарного сияния в кавычках в этой битве не предвидится, а Московская патриархия, если продолжит в том же духе, может спокойно позванивать колоколами где-нибудь в сторонке, кавычки закрыты. Основа всем основам Христос, потеряли Христа, а ратуют за мираж. Исайя 38:19, цитата. «Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину». «Все будет хорошо», американец молвит, разбитые осколки собирая. «Все будет хорошо», облизываясь волки, вполне довольны роскошными пирами. Не надо лгать и напускать мороку, мозги туманить впавшему в недуг. Не обольщаться, потеряв дорогу, что обязательно все станет лучше вдруг. «Все будет хорошо», воркует медсестра, кишки разорванного ссором собирая. Не доживет бедняга до утра, без раскаяния вполне лишится рая. Все хорошо лишь вместе со Христом, пусть не в обнимку и без понебратства. Не надо обольщать и зря махать перстом, но просветить не скрывшие темной краски. Все будет хорошо и непременно все, но не на этой кровяной планете. Христа прими, он чудно донесет, бежать к нему сегодня ж непременно. Все будет хорошо, привычно ловит слух, хотя у Господа беда в духовном плане, такой разброд, что, кажется, нет двух, кто одинаково при заблуждении мямлет. Все будет хорошо, с пеленок заклинание это в соске, и стирают совесть в порошок, в блуде плывут сопливые подростки. Детей наказывать не смеют по закону, иначе суд родителей накажет. Про притчи Соломона там не помнят, тысячекратно мусульманство гаже. Все будет хорошо, не надо глупо врать, где муж не голова, а лишь обтирка. Не Дух Святой там царствует, а враг. Все хорошо, клепает под копирку. 6 июля 2008 год.